Полное описание и точность дата выхода третьей серии нового сериала никто не узнает. Третья серия сериала выйдет на Первом канале 6 апреля. В новой серии мы увидим, как Игорь и Даша рассказывают друзьям о предстоящем пополнении в их семье. Однако событие, которое должно стать самой большой радостью в жизни супругов, становится для них самым главным испытанием. Тайна оборачивается ложью, благие намерения – ревностью. Игоря не опускают мысли об отце ребенка, который пошел на это, а теперь, как ни в чем не бывало, улыбается ему в лицо. Из-за этого они с Дашей впервые по-крупному ссорятся. Тем временем Мите и Нике приходится перевести к себе мать Ники, с которой та никогда не была особенно близка. Юля же снова обращается за помощью к Герману. Он предлагает перевести мышь в гимназию его брата Марка, подальше от дурных мыслей. Напомним, третья серия сериала выйдет на Первом канале 6 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.